США обеспокоены тем, что Россия разместила в Сирии ракетные комплексы С-300 и могут рассмотреть возможную смену своей стратегии в регионе. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники. По информации газеты, в Пентагоне и ранее не одобряли использование ВВС в Сирии, а размещение в регионе российских С-300 и вовсе вызвало в Штатах беспокойство, так как, по мнению американских чиновников, это может привести к войне. Как отмечает издание, на прошедшей встрече Национального совета безопасности в основном обсуждали штурм Мосула и операцию по освобождению Ракки. Кроме того, в ближайшее время планируется рассмотреть возможную смену стратегии США, включая увеличение поставок оружия курдам и оппозиции в Алеппо. При этом в материале The Washington Post приводятся слова источника, который не считает, что размещение в Сирии С-300 существенно изменило ситуацию с безопасностью в воздухе. Напоминаем, что 7 октября Россия приняла решение о размещении в Сирии ракетных комплексов С-300 после того, как появились данные, свидетельствующие о намерениях США бомбить сирийские аэродромы.